золотой медали первенства России по карате зареченец Александр Сисин шел целый год. В этом сезоне у спортсмена был очень насыщенный график соревнований. Приблизительно было у нас 10 стартов. Да, почти каждый месяц какие-то были соревнования. В каких-то соревнованиях Саша был на высоте, где-то он там третьим стал, но исправляли его ошибки, точили мастерством. Но мы все отрабатывали, и я это применял на соревнованиях. Практически все лето у Александра было занято сборами. Спортсмен и тренер работали на результат. И сами себе ставили, что бы они хотели добиться и как они считают свои силы рассчитывать. Саша сказал, что я зайду в тройку. Но результат оказался более лучшим, он стал первым. Первенство России состоялось в Пензе. На соревнования приехали 816 спортсменов из 55 регионов страны. Александр Сисин провел 5 поединков. В первом бою он получил травму, но, несмотря на это, выиграл и дошел до финала. В финале я заработал первый балл с Эншью, и потом еще 2 балла заработал и выиграл 3-0. По итогам соревнований Александр Сисин получил возможность войти в сборную России, которая представит нашу страну на мировом первенстве. Состав команды определят по итогам сборов, которые начнутся на следующей неделе. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».